Почнемо після матчу прес-конференції у рамках Суперліги «Мачків» «Баскет Прометей». Перед нами представник команди «Прометей» гравець Далента Стефанс. Питання до вас. Share your impression after this match, please. What expectation did you have before this game and what can you say now? Today, we just want to come in and play hard and try to get the win. Сьогодні ми прийшли дуже гарно настроєні та намагалися виграти. Pretty much, we knew this was a top team, so we knew it would be a tough game for us. So we just wanted to come in, play hard, match their energy, and compete. And we were able to throw them out of rhythm and played a good game defensively. We didn't make all our shots, but because of our defense, we won the game. Ми прийшли з дуже гарною мотивацією, грали дуже сильно. В нас було багато влучних шотів, тому ми перемогли. Перед нами головний тренер команди «Прометей» Віталій Черній. Питання до вас. Прокоментуйте, будь ласка, матч. Чи вдалося реалізувати план на гру? Да, я скажу, что в большей степени нам удалось намеченное, да, на эту игру взаимодействие и связки. Все сработало по большому счету, как в защите и нападении. Но прежде всего я хочу выделить защиту, которую мы требуем каждую игру. И сегодня с первой же секунды именно работа в защите, энергия в защите, она передалась и на нападение. И все игроки, находящиеся на скамейке, все игроки на площадке, игроки скамейки, это было единое целое. Это залог успеха. И я хочу поздравить каждого игрока, который был сегодня здесь, в этой игре, хоть и может быть и не вышли на площадку, но это было единое целое, была команда. Я поздравляю всех наших болельщиков. Но, как говорится, еще впереди много работы. Як ви відреагували на результат матчу «Баскет Запоріжжя»? Чи не дало вам це більш впевненості? Если честно, то мы настраиваемся на каждую игру, и неважно там то, что Запорожье выиграло у «Киевбаскета» до этого. Я повторюсь, что в этом чемпионате слабых соперников нет. И наша игра Запорожья в Каменском точно так же подтвердила, что это амбициозная команда Запорожья, которая имеет хорошего тренера. И с той энергией, которой они играют, конечно, они достойны большего. И нужно настраиваться на каждую команду, на каждую игру. Поэтому, по большому счету, у нас был свой план. Конечно, мы разбирали ту предыдущую их игру. Это наша работа, но у нас как свои должки, например, да, перед этой командой. Да. Мы проиграли первую игру у себя. Но еще раз, чемпионат очень длинный. И сейчас рано что-то говорить, но работать нужно дальше. Дякую. Дякую.